Беларусь на шляху уступления в Сусветную гандлёвую организацию. Перамовы об этом ведутся 25 годов. Але зараз уже огучивается докладный год уступления. Худшее за все, долучение отбудется у 2020-м. С Гомеля стартовала серия региональных круглых столов, присвеченных этой теме. Марина Джалая с подробязностями. Уступление у Сусветную гандлёвую организацию – великая отказность для усяго промыслового сектора Беларуси. Протоколы об долучении нашей краины до СГА подписаны с 48 краинами. Засталося отримать сгоду яшчэ 6. Перамовы ведутся по нескольких накірунках – гандаль товарами, послугами, пытанні сельской господарки. Даведацца об стане справ у кожным регионе – важный компонент масштабного процессу. Гомель стал первым у тыдні Сусветной гандлёвой организации у Республике Беларусь. Обращаемся непосредственно к местным властям, к местным представителям делового сообщества, вузов, студенчества и так далее, чтобы подпитаться, обменяться информацией в плане очень масштабного, комплексного процесса присоединения Республики Беларусь к Всемирной торговой организации. Для нас это важно, поскольку это позволяет нам почувствовать пульс жизни на местах, в регионах. Подчас круглого стола удельники кажут об тем, что калиб у Сусветную гандлевую организацию уступали не краины, а особные регионы, то Гомельская область давно могла бы находиться в составе СГА. Заслуга – эффективная работа промыслового сектора и активная позиция по этим пытаниям керавництва региона. Однако для вытворцев переход до нового статусу может быть достаточно складанным, бо на наш рынок со своими товарами и послугами прийдет свыше 160 краин. Зразумела, это серьезная конкуренция для белорусских предприемств. У первую чергу это тычется ценовой политики. Проводя в прошлом году оригинальную серию круглых столов, выяснилось ряд проблем, в том числе от предприятий Гомельской области. И основные проблемы, очень много вопросов связано как раз с сельским хозяйством, с защитой сельского хозяйства, с защитой производителей сельскохозяйственной отрасли. Поэтому в этом году круглые столы во всех регионах, в том числе в Гомельском, будут посвящены именно защите сельского хозяйства. И наши эксперты расскажут о тех инструментах, как предприятиям подготовиться к тому, чтобы страна плавно вошла в ИТО. Что тычется звычайных споживцов, то уступление Беларуси у Сусветную гандлёвую организацию поширить для каждого человека выбор товаров и послуг. Бо на полицах крамов будет представлена продукция литерально с каждой краины. Марина Джалая, Василь Осипцов, телерадиокомпания «Гомель».